сосредоточенные лица и пристальное внимание на педагога. С первых лет жизни эти дети у хореографического станка. Помещение новой балетной школы небольшое, но для того, чтобы научиться классическому танцу, достаточно. Теперь такая возможность есть и у детей из малообеспеченных семей. С собой только желание и тренировочный костюм. Мы открылись 1 апреля 2019 года, работаем, по сути, второй месяц. И решили данное направление уже запустить сейчас, потому что действительно заявки поступали, желающих много, но много детей, у которых возможности получить данное образование нет. Но условие то, что у детей был талант и была предрасположенность в данном направлении. Всего в России 120 филиалов школы. Отделения также есть в Китае, Беларуси и Казахстане. Работать приходится с самыми маленькими, от 3 лет. Поэтому хореографам приходится быть и детскими психологами. Подход к каждому малышу индивидуальный. А вдруг среди них растет новая Павлова или Плесецкая? Программа прописана таким образом, очень интересным для не только для детей, но и для родителей. То есть это все в игровой форме, это в стихотворной форме, проучивание движения именно через игру. Поэтому усваивается информация очень легко. В конце обучения каждая выпускница получит диплом государственного образца. После этого желающие могут продолжать учиться танцу уже на более серьезном уровне. А в будущем, возможно, и покорять большие сцены. Ирина Харитон, Алексей Фризин. День с толком.